Продолжаем. Честное пионерство. Щелкнул на бум. Щелкнул на бум. Ай, молодца. Фу, да я молодец, а не молодца. На каждого молодца найдется своя овца, которая из этого молодца сделает барана. И вообще, откуда пошло это выражение? Ай, молодца! Кто это такое сказал? Ну-ка. Эрудиты, знатоки великого, могучего. Ответьте. Терпеть ненавижу это выражение с детства. Хотя великий и могучий, так же, как и спевучий, очень люблю и знаю. Вы знаете, как по-украински смайлик? Вподобайка. И это я говорю с восхищением. Потому что вподобайка, ну, красиво. Ты смотри. Такого сценария у меня еще не было. Какой-то победоносный сценарий. Даже интерес. Это чиновники.
который отвечает за... расходование средств, но они при этом свои откаты от каждого выстрела имеют. И они разыгрались на всю катушку. Кругом кровь. Смерть, разрушение. А им весело дурной козе, что что-то у нее в грязи. Но не в тепле сидят. Вони керують. І всіх остальних вважають бидло. Не понял. А. Кто у нас остался? А у нас ложка трехпалубная. И ни локаторов, ни авиации. Ничего не осталось. Поэтому теперь придется так. А вот тут уже кто быстрее вычислит? Так, 3-3-3. Hmm.
Без вариантов. Тут тоже. Хитро так. Ладно, вот тут. Победа, но, честно скажу, со слезами на глазах. В общечеловеческом понимании этого вопроса.